В этом году более 50 населенных пунктов Ленинского городского округа газифицируют. Это стало возможным благодаря президентской программе. Силами Мособлгаза проводится газификация до границ земельных участков. У собственников же дело за малым – заключить с организацией комплексный договор на работы внутри участка и дома. Что все заключают в комплексный договор? То есть первое, это уже, как я сказал, бесплатное подведение газа до границ участка и выполнение работ внутри участка. То есть это проектирование строительства газопровода внутри участка, это набор оборудования, это пуск газа, поставка газа и непосредственно техническое обслуживание. То есть, по сути, с точки зрения газификации, никаких больше договоров заключать не надо. Стоимость комплексного договора с работами и с оборудованием в Московской области от 75 до 150 тысяч рублей. Несмотря на прозрачность процедуры, вопросы у собственников остаются. Для этого представители Мособлгаза регулярно проводят брифинги в различных муниципалитетах региона. На днях такая встреча состоялась в Видном. Генеральный директор организации Игорь Баранов рассказал гостям о программе и ответил на насущные вопросы. А их было немало. Мероприятие продлилось порядка 2 часов. Телеканал 360 вел прямую трансляцию. Итак, в Подмосковье 300 тысяч жителей попали в программу социальной. Многие вопросы касались сроков проведения работ. Сейчас график составлен на первый квартал 2022 года. Туда вошли 10 населенных пунктов округа. Жители тех территорий, где газификация до границ участков уже проведена, могут смело заключать договоры, но при этом учитывать некоторые нюансы. Я 50 тысяч оплатил, больше не стал оплачивать, потому что работы никакие не ведутся. Я вот задал вопрос, мне ответили, то, что новые договора заключать не надо. Старый договор действителен. И то, что как мне объяснили, то есть вот 50%, допустим, оплачено, все, а 50% уже, когда вся работа будет сделана. Были среди вопросов и весьма интересные предложения. Так, Наталья Каратеева из Ставового выступила с инициативой обязать пенсионный фонд помогать пожилым людям в оплате работ по газификации. Нашим мамам выдают сертификат, да, на рождение ребенка первый, второй. Я предложила выдать пенсионерам такой же сертификат, только на газ. Суммы для пенсионеров неподъемные. Ответы на оставшиеся вопросы жители могут получить на официальном сайте mosoblgaz.ru и по телефону 8 800 175 75. Юлия Погосян, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ.